Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такой красивый пикер с нестандартной длиной 250 сантиметров от компании Browning. Blackmagic CFX называется, тест 50 грамм. Пикерочек, в общем-то, идеально подойдет для ловли карпа, для ловли на близких дистанциях. Он позволяет работать с крупной и сильной рыбой. Не сломается, скажем так, даже простит ошибки какие-то вам по углю. И да, сколько тонн здесь уголь, и по материалам производитель не указывает, но по всем вот моему опыту, скажем так, здесь порядка 36 тонн стоит уголечек. Достаточно надежный катушкодержатель. Аналог ДПС, который, в общем-то, зарекомендовал себя и в который входит практически любая катушка. То есть можете об этом абсолютно не беспокоиться. Далее пробка. Это обои, это как бы пробка, которая намотана на бланк основной рукояти. Но тоже достаточно надежная, средняя. Но как бы люди о ней не жалуются. Главное, снимите вот эту вот пленочку, когда будете ловить, чтобы конденсат влаги внутри пленки не давал разбухать. А так никаких проблем, годами она служит, ничего с ней не происходит. Дальше идет неопреновая вставка, такая из мелкодисперсного неопрена, который, в общем-то, позволяет втыкать фактически эту рукоятку там куда-то под камень какой-то или там в рогатину, еще куда-то, если вы упретесь торцом даже в бетон, в какую-то крошку бетонную на берегу, ничего страшного здесь не произойдет, потому что он достаточно надежный, и отколупнуть его это надо постараться. Значит, по кольцу 1,5 сантиметра диаметр, внутренний диаметр колечка тут стоит. И дальше по характеристикам я вам скажу, я здесь уже записал себе, чтобы уже время не отвлекать. Значит, 128 транспортная длина, длина ручки 41 сантиметр от нижней гайки катушкодержателя, ну, диаметр кольца 15, я сказал, длина вершинки, вот мы сюда уже к вершинкам переходим, 63 сантиметра, диаметр вершинок 3,5. Вес всего фидера 156 грамм. И про вершинки. В комплекте две штуки. Единичка и двушка. С идеальнейшей расцветкой, как вы видите. Очень многим нравится именно такая расцветка, такой цвет. Просто фанатеют люди, потому что действительно она фактически горит в темноте. Значит, по диаметру колечек на вершинках 0,24-0,26 шок-лидер из монолески на плетне у меня пролетал просто со свистом, никаких вопросов не вызывал. Единственное, что правильно надо его привязывать, поэтому как его привязать, смотрите, пожалуйста, на сайте Multifish в разделе «Обзоры и советы» есть видео, как правильно привязывать шок-лидер, плетня плюс моно. Вершиночки стекло, здесь у нас обозначена идет расцветочка, ну, соответственно, расцветка уже сама рабочая здесь. Значит, давайте, наверное, вроде все сказал, сейчас слегка потрясем, нагрузим его здесь и далее закончим. Итак, друзья, разложили этот пикерочек, смотрите, ну, изумительно, естественно, в руках лежит, приятная палка. Смотрите, я сейчас потрясу, и Константин Михайлович нагрузит. Вот такой строй, приятный строй, очень хороший, она и посылистая, и в то же время вяжущая. Ну, нагружаем. Видите, вот я сильно держу второй рукой даже. Да, имитация рывков карпа. Так что вот такие пикерочки мы получили. Обращайтесь в Multifish. Отличные палки и, главное, недорогие от именитого производителя. Ну вот, друзья, посмотрели строй пикера. Приятный такой средний быстрый строй с супругой серединой и супругим комлем. То есть просто идеальная палочка для ловли крупной рыбы. Советую, рекомендую, отличная палка, мне она нравится очень, прям вот запас мощности чувствует, и в то же время неплохой баланс, который хорошо позволяет ее в руках так держать достаточно удобно. Значит, чехол синтетический, тонкий, вот такой вот с одной секцией, соответственно, да, для двух, ну, для одного-второго колена, вершинки поставляются вот в таком тубусике, который туда, в общем-то, входит, чехол на двух завязках, ну, в общем-то, никаких таких особенных отличий в нем нет, запахи не впитывает, естественно, так как это синтетика. У меня к вам огромная просьба, если не затруднит, пожалуйста, нажимайте под видео пальчик вверх и кнопочку подписаться, вам это ничего не стоит, да, а для меня это большая польза, для канала большая просьба, и
благодарность мне за видео. Поэтому по нему я именно по этим сигналам, скажем так, по лайкам так называемым, да, пальчик вверх, кто нажимает, я оцениваю, нравится ли видео, то есть снимать ли такой формат и на что делать акцент в будущем. Поэтому помимо этого подписывайтесь на телеграм-канал магазина Multifish, группа ВКонтакте. Для вас это огромная польза в том, что вы получаете, если сами сломали даже бесплатно, две запчасти в год в период проведения такой акции. Когда они закончатся, я акции не знаем, но уже 2,5 года или 3 мы это все проводим. Люди получают, довольны, пишут отзывы, что не верили в то, что можно бесплатно просто получить запчасть, которую там человек сам сломал, наступил там ногой, закрыл там дверью багажника, прижал и так далее. Плюс бессрочная гарантия на заводской брак, на все удилища, купленные у нас в магазине, имейте это в виду. Помимо этого еще много всяких плюшек. Заходите на сайт Multifish, программа лояльности наверху под номерами телефонов. Читайте подробно, что, чего и как. И покупайте Multifish. И всего вам доброго и до новых встреч.